Здравствуйте, с вами врач-ортодонт Dental Fantasy, авторизованный специалист Invisalign, Кирилл Альфредович Фомичев. Сегодня мы вместе с вами разберем, как возможно исправить прикус ребенка без железных элементов полости рта, без нарушения дикции и незаметно для окружающих. Что такое невидимые капы, они же элайнеры для исправления прикуса Invisalign First и как они работают. Это видео будет полезно для родителей, которые хотят для своего ребенка идеальную здоровую улыбку. Итак, начнем с самого главного. Показания к лечению элайнерами Invisalign First. Посмотрите, это наиболее частые патологии у детей при сменном прикусе. Мы эффективно проводим лечение с помощью кап Invisalign First, таких сложных для исправления патологий, как открытый прикус, глубокий прикус, мезиальный прикус, перекрестный прикус или дистальный. Во всех этих сложных клинических случаях нам помогут сделать улыбку здоровой элайнеры Invisalign First. Рассмотрим подробнее, что такое элайнеры Invisalign First. Это прозрачные капы, которые надеваются на зубы и комфортно исправляют прикус каждый день лечения, 22 часа в сутки. Они изготавливаются целой серией на все время лечения. Каждый элайнер двигает зубы на долю миллиметра, а потом сменяется на новый. Посмотрите, детские элайнеры полностью повторяют форму зубов, поэтому идеально садятся и выглядят как копии зубных дуг. Представьте себе контактные линзы для глаз. Вот так выглядят и ощущаются капы на зубах за счет прозрачности, небольшой толщины и точности контура. Как они работают? Ребенок носит набор элайнеров по графику, примерно 5-7 дней каждый набор, после чего меняет его на следующий. Каждый последующий комплект элайнеров сдвигает зубы в сторону здоровой улыбки. И так от 6 до 18 месяцев, шаг за шагом до результата. Каждый комплект элайнеров пронумерован, что исключает путаницу. Поэтому родителям легко контролировать срок и график плана лечения. Капы Invisalign First изготовлены из умного материала Smart Track. Он достаточно эластичен, чтобы легко садиться на неровные зубы, а также упруг, чтобы оказывать необходимое давление для коррекции зубного ряда. Итак, приглашаем вас на прием в Dental Fantasy, где вы увидите, как проходит реальное цифровое сканирование зубов. Этот этап необходим, чтобы мы могли провести 3D-моделирование идеальной улыбки ребенка и отправить полученные данные в лабораторию для изготовления кап. Привет! Как дела? Хорошо. Что делаешь? Играешь? Пойдем сканироваться? Ну что, будем сканироваться? Да. Для подготовки к ортодонтическому лечению сначала мы снимаем 3D-модель зубов с помощью сканера, не используя неприятную слепочную массу или гипс. Быстро и абсолютно незаметно для ребенка. На основе этой модели мы готовим цифровой план лечения ClinCheck, который родители смогут увидеть в видеоролике. В нем показано, как неделя за неделей будут перемещаться зубы ребенка, сколько времени займет лечение и какой будет результат. Эта схема разрабатывается командой из врача, техника и IT-специалиста. Весь ход пошагового изменения прикуса до малейших деталей. Что важно, при лечении прикуса с элайнерами Invisalign мы сохраняем положение правильных зубов и исключаем нежелательное выдвижение зубов или их наклон. После сканирования и моделирования улыбки мы отправляем данные в лабораторию, где изготавливают индивидуальный набор элайнеров специально для нашего пациента. Через 3-4 недели с производства к нам приходит индивидуальный набор элайнеров Invisalign First, и мы приглашаем пациента к нам в клинику для начала лечения. А сейчас давайте посмотрим, как выглядят элайнеры в полости рта. Наша юная пациентка Яна продемонстрирует, как легко и комфортно проходит ее лечение с помощью элайнеров Invisalign First. Всем привет, меня зовут Яна. Мне 8 лет. Я прохожу лечение в Dental Fantasy с помощью прозрачных элайнеров. Они были немного тугие, мне было твердо, но потом на следующий день я привыкла. А то под копыт пыль полетит. Каждый вечер и утром прихожу в ванну, чищу капы, снимаю их, чищу зубы, потом их чищу внутри. Если вы хотите для ребенка ровные зубы и воспользоваться всеми этими преимуществами лечения на элайнерах Invisalign First Dental Fantasy, приглашаю вас на прием и диагностику. Раннее ортодонтическое лечение – это здоровые зубы и красивая улыбка ребенка на всю жизнь.